Привет, друзья мои, привет всем. Вы на канале Реймон. Я вас тоже всех люблю, обнимаю. Сегодня я, как и обещал, еду в музей. Это музей-усадьба, недалеко от родины моих предков, возле города Новогрудка. Ну, а там уже поблизости и недалеко живет моя бабуля, куда мы обязательно заедем. Я приготовил подарки. В этом году, наверное, я уже буду последний раз у нее. На зиму она уезжает к своим детям. Ну, а сейчас у меня выдалась такая возможность. Поэтому я еду в музей и заодно заеду к ней. У меня все в порядке. Были неотложные дела, поэтому я не смог снять видео. Сейчас я накормил Яшу. С ним тоже все в порядке. Налил ему побольше водички, сделал ему там лужу. Мы с ним ходили в грибы. Привет всем! Мы с Яшкой вышли собирать грибы. Посмотрим, что мы найдем. Надеюсь, что-то съедобное. Яшка, как всегда, носится, радуется хорошей погоде. Ну, а я радуюсь, что появилась возможность выйти пособирать грибы. Пока, друзья мои, кроме вот таких маслят, ничего не нахожу. Совсем беда с грибами. Хожу по местам, где я всегда ходил, всегда были грибы, всегда много собирал. Нету в этом году совсем ничего. Яшка, веди меня к грибам. Яшке грибы не интересны совсем. Это зонтик. Шляпка его съедобна. Яша, не надо туда морду сунуть. Яша. Бабка. Яша. Червивая, уже большая.
Яша, не слышу пятачок туда. Яша, не трогай, не трогай. Ну, хоть лисички попались. И то хорошо. Жарить будет хорошо. Я хожу грибы собираю, а Яшка решил, что пора спать. Здорово, Яша, ты пристроился. Устал, что ли, Яш? А я? Мы 2 часа всего ходим. А ты, бедолага, уже устал. Ну, полежи, полежи. Полежи немножко, отдохни. А я рядом тут похожу. Яша. Хороший боровичок. Красивый. Грибы были так себе. Совсем мало грибов. Очень жарко у нас. По поводу Яши не переживайте. Он там спокойно переживет этот день. К вечеру я вернусь. На ночь я там у бабушки не остаюсь. А возвращаюсь обычно к вечеру. Поэтому с Яшей за день ничего не произойдет. Тем более у него все подготовлено, он накормлен. Водичка есть, там лужа у него грязевая есть. Поэтому не переживайте, все будет в порядке. Ну а я сейчас выдвигаюсь. Заезжаем на заправку. Я заправляюсь и двигаемся до самого музея. Ну что ж, все, заправились. Можно ехать. Друзья мои, вот небольшая остановка. Опять я у моей любимой реки. Остановился немножко отдохнуть, посидеть, попить чая. Сейчас у нас запрет на посещение леса, потому что очень жарко. Пожароопасная ситуация. Поэтому я сейчас в лес не хожу. Эту неделю лес посещать нельзя. Прошлую тоже. Температура высокая, 30 градусов. Жарко. Поэтому вот такой формат видео.
Так, друзья мои, прибыл я к усадьбе, усадьба-музей. Вот эта остановка. Пойдемте смотреть, что там у нас. Впустят нас туда или нет. Может быть, и закрыто даже. Я не знаю точно, может, по выходным там работает. Сейчас мы посмотрим. Никого нету, все закрыто. Даже не знаю, попаду ли я сегодня сюда. Возможно, нет, друзья мои. Сейчас мы увидим. Ну что ж, друзья мои, вот мы зашли все-таки сюда. Такие интересные ворота здесь. Все сделано очень красиво. Сейчас будем смотреть все. Домик гномов. Вот такой домик гномов. Можно что-то? Да, да, видимо. Да. Надо мне в лесу такое делать, да? Домик. Мансардный этаж такой. Здоровский. Везде такие комоды, сундуки.
Пойдемте дальше. Идей тут много для моего леса. Прикольно сделано все. Делается ремонт, постоянно что-то тут строится, есть даже туалет для гостей. Какая-то даже железная дорога тут. Бар-гараж. Вдохновляйтесь, друзья мои. Кто-то, может, у себя сделает такие вещи интересные. Все очень оригинально, необычно. Место, где находится эта усадьба, это Литовка, деревня. Вот тут такой вот знак. Литовка бай. А тут у нас адская спальня.
вход для несовершеннолетних, сопровождение родителей. Видно, очень страшно. Все из камня. Интересно. Зайдем, посмотрим, да? Ух ты! Сколько тут. Да. Серьезно. Спаленка такая. Серьезная. Заходим. Я бы тут переночевал. Реально адская спальня, а? Персонажи из всяких фильмов ужасов. Прямо. Ух. Это вообще шедевр. Это все на потолке, ребята. Как вам такая дамочка на потолке? Кровать прикольно сделана из труб. Что-то так серьезно не шевелится даже. Да. Ну что, пойдем в сам дом, посмотрим, что там. Я не обратил внимания сразу вот на эту стенку. Смотрите, как интересно. Кладбище гаджетов. Да, фантазия у людей работает. Это только вход. И уже как все это интересно выполнено. Давайте слева направо.
Дом, конечно же, это не жилой, просто как музей. А здесь вот такая комната, посвящена Владимиру Высоцкому. Вот такой домик. Еще есть одно место. Сейчас подойдем, посмотрим. Как вам такая архитектура из железа? Мусорное ведро, ну как это все сделано, вы обратите внимание, это просто невероятно как-то. Сколько человек делал это все. Красотища, а? Все это объемно. А вот и скутер. Литовка Бай.
Терраса такая, вроде беседки. Ну что, друзья мои, вот такой дом-усадьба необычный. Именно человек заворачивался, делал как музей. Здесь никто не живет. Только вот так. Все еще доделывается до конца. Очень долго это все строилось и до сих пор все еще строится. Красиво очень. Архитектура такая. Обратите внимание, я не заметил сразу. Тоже красиво очень. Все, до свидания. Вот мы и посетили с вами этот дом. Можно ехать к бабушке. Надеюсь, с ней все хорошо, потому что связаться с ней я, конечно, не могу. Связи у нее там нету, телефона нету, интернета нету. Вернее, телефон есть, но он не ловит там совершенно. Туда дозвониться невозможно. Глухая деревня. Поэтому всегда еду и думаю, хоть бы она еще была жива. Друзья мои, решил я по дороге к бабуленьке заехать в вот такое место. Иду по лесу, оставил мотоцикл у дороги на парковке и иду к озеру. Здесь, конечно, берег не ухоженный. Потому что я иду просто через лес к озеру. А там, где люди отдыхают, там, конечно, все красиво. Но там машину негде, там негде мотоцикл поставить, там парковки платные. А мне же надо зайти только на пару минут, показать вам. Поэтому я решил вот так сделать. Здесь вдоль озера. Ох, красота какая. Красотища. Да, водичка, прям хочется туда залезть и искупнуться.
выйти поближе, чтобы снять вам само озеро. Вон там люди отдыхают. Да, сегодня отличная погода. Только отдыхать. Вот такое, друзья мои, озеро Свитязь. Прямо в лесу. Недалеко совсем от моей бабули. Видимо, речка, которая течет там через мою бабулю, скорее всего, отсюда и вытекает. Вот вы и побывали еще в одном месте. Вместе со мной. На озере Свитязь. Ну что ты? Живая? Живая, не хорошая, живая. Здравствуй, привет, миленький мой. Любенький мой. Ну что ты, как ты? Ничего. Ничего, да. Ну. Мы пошли в хату, а то жарко вот. Ну. Так ты загони туда мотоцикл. А нехай стой тут. Да. Он тяжелый его тягать. Чаньку там стоял бы лепей. Тяжело тягать его очень. Фу, ну и жара. Ну не горай. Ой. Иди. Чашку я взяли. Ну, это. Да это спешие, это ж чем же. Подписчики спрашивают, как ты там, хоть бы ты здорова была. Все тебе передают, чтобы долго жила, чтобы здорова была. Я кобыла здорова. Да? Ой, хорошо. Молодец. Приехал вот к тебе, в гости. Вот только уборкой занималась. Да. Ну, помидоры у меня до холеры. Не вовремя я приехал. Чему? Ну, мешаю тебе, может, уборку. Нет. Ну ж там ухача трохи. Да, кину там на дела. Ну что там зробить есть? Писали люди, даже некоторые тебя знают. Ездили тут, проезжали и говорят, знают твою бабушку. Даже вот люди некоторые, да? Кто смотрит, тебя знают, да.
Ах, то, что ты меня знал. Ну, не знаю, какой-то мужчина мне писал, что говорит, я тут проезжаю, я знаю вашу бабушку. И деревню вашу знаю, хорошо знаю. Ну, так мы уже едут, бачат. Я часто сяджу на порозе. Да, да. Так вот, и знает. Вчора что я робила? Открывала жаренок в склепе. А некий мужчина едет, ну, на мотоцикле, на машине легковой. Едет тихенько, тихенько, глядит сюда на меня. Ну, что за ее? Я думала, ты, может, купил машину на машине. А после далее-далее поехал нормально, уже ошибку. А это едет тихенько. Ну, вот они смотрят видео, и они тебя знают, им же интересно, они проезжают, смотрят. Ну, так вот, бачат, что я тут такая. Ну, надо сказать, чтобы они, может, заходили к тебе в гости. Тебе, блин, спешите. Они все переживают. Давай чая просто попьем. Потом в обед уже поедим. Еще рано, жарко сильно. Да какое рано? Рано еще. Я пельменю знаю. Мы с этими, с подписчиками решили, что тебе надо подарки какие-то привезти. Не знаю, зачем подарки? Я тебе привез подарки. Не надо. Надо. Так, тут еда. Да, это у тебя вода такая лечебная. Вот тебе кастрюля. И только чтобы ты ее не прятала. Чтобы ты ее не прятала, а готовила. Она черная, не будет так мазаться. Вот, да. И ты ей пользуешься, не ставь ее никуда там в этот в печку, а именно чтобы ты ей готовила и пользовалась. Вот. Вот такая кастрюля у тебя будет. А еще купил тебе чайник заодно. Хотя у тебя чайник есть, но я все равно тебе купил, чтобы был как это, похоже на это, на кастрюлю. Ну, у тебя есть хороший, но я тебе еще вот такой купил, красивый. Да, похоже на кастрюлю. Да, и чтобы он черный тоже, его, чтобы на огне не обгорал, чтобы тебе не надо было его драить так сильно. Во, глянь какой. Ну, с петухом, видела? Зачем ты тратишь гроши? Ну, красиво. Дорогие вещи купляешь. Ну и что? Будет тебе вот, будешь чаек заваривать мне, когда... Или когда гости приедут, подписчики к тебе приедут, и ты такая раз им чаек и нальешь. Хороший чай. Ну. Ну и что? Ну, что ничего такое? Страшного. Кастрюлю большоватая, да? Надо было маленькую купить, наверное. Ну, хотя к ночам ю. Ну. Ну, будут гости, мужики, приезжать, будешь готовить. Ой. Вот. Загостят. Вот эти коробки надо куда-то здесь. Давай, домой. Я спалю после. Потом спалю. Ну. Вот, а то все переживали, чтобы ты тут долго жила, чтобы все было у тебя хорошо. Так, я тебе тут привез колбасу, ветчину, надо положить в холодильник, а то испортится. А то я ехал долго, и все это в тепле. Ну а что ты столько купляешь? Боже, так сейчас же будем есть, ну. Сюда положи, сюда пока. Ты масала поешь? Не, я не хочу пока. Я чай хочу, чай попьем. Я пельменю свару. Ну, не, может, не надо. Свару его поставил. Ой, я взял булки такие. Сделаем бутерброд. Чай. А я своих нарекла. Еще где. А, как в прошлый раз? Ага, да. Дай, возьми. Угу, класс. Пробуй. Угу. Я пекла, а сама ты не попробовала даже. Добрые тебе, значит, не добрые. Вкусно. Спасибо. Думаю, спеку к чаю. Угу. Молодец, ты меня ждала. Все говорят, такая бабуленька хорошая, такая она у тебя бедная, она там одна живет, а ты ее не смотришь. Ай-яй-яй, ты плохой. Шкадуют эту бабулю. Шкадуют тебя все. Вот сегодня должен прийти, это мой нянька,
что доглядаемый. Угу. Так вот не пошел, нема. Не хлажу, лажу, пьяный, 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 как болото, алкаш. Угу. А это уже, может, запил, и снова нема. Угу. Сегодня не пошел. Только много не кидай, чуть-чуть совсем. Немножко. Штук 12, как Валя покойно казалось. 10. Вору я, а это пельмень. Все, хватит. Я не хочу... надо более, не надо. Хватит. Хватит. Скажу, Валя, сколько тысячи помидоров? Пельмени. Она для меня 12. Будет 12, скажу тогда. Угу. Короче, у мамы четкая была цифра, да? Ну. А Ирка сколько ела? А Ирка вообще не хотела этих помидоров купленных. Пельмени. Теперь ну, помидоры. Вот помидоры в мозгах. Угу. Пельмени. Я только купляю мясо на рынке и робим свои помидоры. Угу. А магазинных я не беру никогда. Угу. И ты не бери на меня. А Валя, обедвин были разом. А Валя, не слухай, не слухай, я ем, купляю, и ты ешь. Я кажу, я и купляю, ем, и не умираю. Главное двигаться. Мама ж моя не двигалась, не хотела двигаться. А как твой Яша? Яша нормально растет, все с каждым днем больше и больше становится. Да? Так ему уже год, уже требует. Да, уже год был. День рождения отметили уже, все. Уже будут Вельки, да. Но он же дикий, они поменьше, не такие, как домашние. Они дикие меньше. А ты расскажи, а вы на озеро в детстве на это ездили? На велосипедах или пешком ходили? На озеро. Куда? Туда, на Свислочи. А, на Свитис. На Свитис. Ходили в детстве? Так молодая была, ходили. Ходили? Пешком, да? Ну. А тут есть прямая дорога какая-то? Ходили пешком. Ходили. Ну, пешком я мало ходила. А там на Швейцарии же пироги. Концерты были, подарки нам давали. Это ярко выразила. Подарки на Швейцарии же давали. Чайник забыла. Ну, я помыю ее хоть чуть поберу. Там концерт был, угу. Каждый раз. Так вот, тогда бывало я на Свитисе. Уже их там подарки нам дают, но уже собрание это наше. То нас возят машиной. Угу. А как так, то коли выходными, недели, девчатам. У нас 7 девчат было до ярок. Угу. Уже подоим коровы на ранец и пошли. Пешком? Пешком, а кто? Ну, на возе, может, на коне. Ну, кто, пешком ходили. Молодые. А велосипедов не было? Так были, но никто не умел ездить. На велосипедах. Тут же недалеко, да? А сколько километров? Да, Валевки 5 километров напрямую. Как мы первый вот ходили вот так угу. Вот, напрямую, 5 километров. А от Валевки до Свитии я не знаю, сколько там километров 3 будет. Угу. А вроде километров 10 ходили. Да. Далековато, но лишь молодость. Есть молодость. Ну, конечно. Молодые громадою. Бывает, и хлопцы сберутся разом. И все целым отрядом идем на Свитии. Целый день там купаетесь, да? Ну, целый день не будем там. Нам же на ферму треба коров доить. Ну да. Вот побудем один, две, три назад, треба ж на ферму. Ну красивое озеро, красивое. Ну красивое, там шмат теперь людей шмат. Говорили, что шмат. Да, людей шмат вообще. Негде яблоко упасть. Пойду водички принесу. Ну, принеси холодную. Ну. Да. Иду к родничку. Водички холодной, свежей.
шмат нажару. Вот солоком растало хотела. Хай бы ж мне его ранее догадалась. Знаешь, в памяти нема, ничего не помню. А вон его знает. Угу. На, уложи масло. Вань, угу. Нож обрежь. Бабуленька мне блинчик спекла. Добро ложи масло, ты ни одно не шкадуй. Игорь, что то капелька значит? Ложи еще. Добрый, добрый. Я вот так размазываю, вот, мне хватает. Можешь сухую латку есть? Не-не. Ну, вот ваша покупка. Ой, фу, хай живе здоровый. Тоже такой чуть-чуть помажа, как блещала. Так и он не мог есть, я его рвала от коровы. Одноложного. Сейчас будем макать туда блины, да? Да. Ну все, поеду. Ну, едем. Ой-ой-ой-ой, горошек тобой золотый. Приеду скоро. Ну, добро. Ну, в осень? Ну, в осень. В сентябре приеду. Ну, счастливенько тебе.